финал. Это то, к чему мы шли 2 года. И, собственно, мы здесь, и мы очень счастливы. Чуть-чуть грустно из-за того, что это последняя игра в этом сезоне, и хочется на всю катушку выступить, чтобы было как, вот, именно как финал, последняя игра. Все красиво. Полтава. Девчата, бажаю успеху, по-перше. И, по-друге, кому є бажання подякувати? Ой, я хотела бы поблагодарить шиномонтажку «Бархат». Переезжайте людей с комфортом. Яка команда, так и спонсор. Ну что же, поехали давить вас юмором, Харьков! Зустречаем. Все красиво, Полтава. Добрый вечер, леди и джентльмены! Сам Господь Бог дал мне право провести сегодня конкурс красоты! Ведь я никто иной, как священник! Говорят, красота спасет мир! Поэтому я должен окропить всех вас святой водичкой! Сколько пацанов этот смерч засосал. Маша, они живут отдельно от твоего тела. Я тебе скажу больше, они сейчас соберутся и тебе наваляют. А ну наваляй, так, давай. Так, девочки, да. Успокойтесь. Ведь, как говорил Господь, возлюби бедра ближнего своего, как самого себя. Странный у тебя юмор. Потому что юмор, как и бедра, бывает разным. Поехали! Да! Да! Вот так.
девушки пойдут на все, что угодно, чтобы выйти замуж. Поэтому представьте, полночь – перекресток. Как там в книге написано? Встань на перекрестке, набери рассольник в стакан и скажи три раза: демон, приди. Демон, приди. Демон, приди. Замуж хочу. Демон, приди. Демон, приди. Демон. Вызывала! Ну я с будуна нормально. Что хотела? Короче, демон, я хочу замуж, а мой тупит. А, все понятно. Что, презервативы Ролекс? Всегда вовремя. Да мы это уже пробовали, я не хочу тратить на него деньги, хочу что-то новое. А, все понятно. Типичная ситуация, ложись, я сейчас буду колдовать и рисовать пентаграмму. Давай. Мой парень лох, мой парень лох. Мой парень лох, 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 мой парень лох. Я чувствую, как колечко на пальце появляется. Спасибо, демон. Стой, а деньги? Оплата? Какая плата? А чем платят вообще? Ты знаешь по-разному. LJ глазами, монатик ростом, Кличко вообще речью. Подожди, но у меня есть только волна. Можно ею? Конечно. Хорошо. Спасибо. Дорофея, удачи с монатиком. Не, ну работать аниматором, это, конечно, прикольно. И дебилю побачишь, и бабок заработаешь. Новогоднего. Случай на похоронах хлеба. Крошки мои, скоро меня не станет. Я стану черствым. Поэтому у меня есть последнее желание. Какое, дедушка Кирпичик? Хочу, чтобы на моих похоронах пел Артур Пирожков. Дедушка Кирпичик, а что же нам делать? Сушите сухари. И к Снегурочке прекрасной подошли три мужика, загадали все желания. В аптеке. Здравствуйте, это аптека? Да. А можно мне парацетамол и Оптимус Прайм? Конечно. Автоботы, объединяемся! В лесу она росла, и елочка зеленою была. И вырубали лес, осталось трипенька, и волка больше. Не треба так, зразу поцілунок вибачить. Не треба так, кохання слів не вистачить. Не треба так. В стране власть есть только у людей. И так представьте, животным все-таки дали слово. Доброго дня, і це передача «Право на владу». І з вами я, Людмила, я права. І саме сьогодні свиня передасть рік крисі. Зустрічаємо не ніф-ніф, не нуф-нуф, а наф-наф. Доброго дня, розкажіть.
Як в общем пройшов цей рік? А можна матюкаться? Нет. Тогда Йова. Здається, з вами згодна вся країна. Тому ми запрошуємо Крису Марію. Всім привіт. Попередник, сразу вопрос. Нав, нах ти це зробив? Ну, вообще-то это шоколадное скрабирование для тела. Слышишь, ты крыса ты. Тебя не было 12 лет. За это время все поменялось. Контакта больше нет. Кадеты закончились. И Крым не наш. Шоколадное шо? Скрабирование. Фу. Ви ж в прямому ефірі мог себе стримувати, я не умоляю. Та це Айкос! Айкос? Нав, що з тобою зробили? Ти ж раніше Мальборо красне курив. Я? Ну не я ж. Хоча, з другої сторони, я тебе ні в чому не виню. Во всьому винуваті люди. От, повишаються ціни на газ – винувата свинья. Маленькі зарплати – винуват петух. Плохі дороги – винуват конь. Но на самом деле во всем виноваты люди. Марія, ми з вами згодні, але доки до нашої політичної програми будуть приходити то криси, то свині, все в нашій країні буде... Йова! До нових зустрічей! Дорогие друзья, и в конце хотелось бы сказать, на самом деле мисс мира не выбирают. Мисс мира у каждого своя. Олег, ну все же, а кто из нас красивее, я или Машка? Идите сюда. Что такое? Запомните, мы с вами все красиво.